Анонс и точь до выхода нового сериала «Когда спадет пелена». Показ сериала состоится 31 января на канале «Домашний». Молоденькая красавица Полина прекрасно устроилась в жизни благодаря внешним данным, которые не остались незамеченными бизнесменом Тарасовым. Деловому человеку нравится дарить любимой девушке подарки и покупать дорогую одежду, а также бывать с ней на важных встречах с партнерами и произвести впечатление на друзей и знакомых. Он платит за все, что пожелает возлюбленная, которой пришлось отказаться от собственных планов на будущее. Поля собиралась поступать в университет после школы и мечтала стать бизнесвумен, но вместо перспектив оказалась игрушкой в умелых руках. Одна поездка на дорогом внедорожнике, подаренном любовником, кардинально меняет судьбу девушки. Совершив наезд на отца-одиночку, она пытается искупить вину и помогает безработному мужчине присматривать за двумя детьми. Показ сериала состоится 31 января на канале «Домашний». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!